Мы сейчас на предпоказе фильма «Самолеты, огонь и вода». Я в предвкушении, аж в ожидании фильма, чтобы опять окунуться в детство. Я справлюсь. Ты у меня долго еще диплом не получишь. На счету каждый самолет. Ну что, обнимемся с землей? Фильм просмотрен, и я только потом узнала, что, оказывается, это продолжение фильма «Самолеты». Мультфильм вышел еще в прошлом году, и главный герой тот же – это Дасти Полейполе, скромный самолетик, который работает сельскохозяйственным распылителем. И несмотря на то, что он работает на простом провинциальном аэродроме, он мечтает о том, чтобы принять участие в гонках самых быстрых самолетов. Только вот Дасти очень боится высоты. Так, знаете, я передумал. В мультфильме «Самолеты, огонь и вода» Дасти уже является легендой воздушных гонок, но потом он узнает, что его двигатель сильно поврежден, и он уже никогда не сможет участвовать в скоростных воздушных гонках. Тем не менее, судьба подкидывает ему еще один шанс, и он знакомится с пожарно-спасательной командой, который руководит ветеран авиации по имени Рейнджер Винт. Смешные моменты и приколы, связанные с авиацией. Вот это самое прикольное. Опробуй! О! Колеса выдвинь, гений! Ну что, экспресс, вы соглашаетесь пассажиров? Прыгунчики, подо мной чисто. Довольно близко к очагу возгорания. Годится, экспресс! Ну что, обнимемся с землей? Никогда мне не понять, как это можно выбрасываться с парашютом из совершенно нормального самолета. Нормального? Ты себе льстишь! У-ху! А в целом получился очень добрый, милый, а главное, легкий мультфильм. Это круто. Так что советую посмотреть. Окунуться в детство и, возможно, там пойти с детьми, братишками и братьями нашими меньшими.